целый год, вот решил в КВН поиграть. Своего брата двоюродного позвал. Вот, давайте-ка встретим его аплодисменты. Сейчас он может появиться. Ну? Ну я же говорю, высшая лига, ну? То же самое, ну я это все знаю. Это вы фотошопом потом, да, по экранам замазались? Здорово, братан. Да. Ну, и Александр Васильевич тоже, ну фотошоп же, да? Ну не может человек 72 так выглядеть. Здравствуйте, Александр Васильевич. Знаете, у меня мечта. Я хотел всю жизнь на поле чудес попасть, знаете? Ну это же тоже Первый канал, по сути, то же самое, оно тоже покажет. Поэтому гостинчики, знаете, вот целая трехлитровая баночка кубинских гусениц. Кубинские гусеницы. Шучу, КВН решился. Это... Знаете, а вот тут, ну где огурчик, там же и бутылочка. Там же это, Байкал, Яркуль, Иссык-Куль, Титикака, и Ичилы все. Пять озер. Знаете, нравится мне вас, Александр Васильевич, знаете, жарко только. А знаете это, пусть так будет. Ну, в общем это, ну, Сашка, кого сегодня будем побеждать? Быдло. Где? Внутри себя. Ну, пока это не готовится. А спонсор нашей команды Михаил Бояс. Поэтому показывать будем всякую шляпу. Давайте представим, парень, который радуется любым мелочам. Толстячок, а приятно! Случай в криминальном районе. Эй, толстый, сюда иди. Приятно. На дискотеке есть такой тип, который стоит и ждет свою любимую песню. Вы так красиво двигаетесь. А можно с вами потанцевать? Да ты чего? Я вообще не танцую. Дорогие друзья, многодетный отец поймал айса. 7! Ты понимаешь, 7 детей за 2 года! Ты понимаешь, что моя жена это не Анжелина Джоли? И что? Ты зачем черного последнего принес? У меня бабушка не хочет кормить внуков! Ей больше это не в радость! На кого ты работаешь? На Почту России! Не лги мне! Они так быстро не работают! Кто твой босс? Ну это не я! А кто? Это Капуста! Зинка, вырвай ее нахрен! Новосибирской области 79 лагерей. Многие из вас работали вожатыми. Может быть, кто-то отдыхал ребенком. Второй день смены мальчик, который всех достал. Егорик! Нет! А если... Нельзя! Запрещено! Директор, иди отсюда! Я просто хотел сказать, что я сегодня уезжаю домой. Хакуна Матата! Здесь остается мой старший брат. А он нормальный? Эй, возьми-ка!
Васильевич, знаете, ну, пора там, дело. Команда КВН плохой и очень плохой. Мы пошли разгоняться. Задают много уважаемых членов жюри, и, как я понимаю, первым задаст свой интересный, смешной вопрос Сергей Лисовой, друзья, аплодисменты ему. Здравствуйте всем, здравствуйте всем, привет, кого не видел. Пусть я случаем, конечно, хотел бы поздравить всех девочек с 8 марта прошедшим всем. Дальше похлопаем, конечно, ну что вы там сидите, я же вижу всех, кто не хлопает, ты не хлопаешь. Всех вас, девушки, кто здесь присутствует за 8 марта. В общем, такое дело. Забыл совсем про 8 марта, не поздравил свою девушку. Как мне ее вернуть? Руку сломала не она, сразу. Вот такой вопрос от Сергея. Забыл поздравить свою девушку с 8 марта. Как ее вернуть? А как сломал Сергей? Всем же интересно сейчас. Вот так вот. Как прошлый раз, гололед. Оставленный иммунитет. Да? Ну что ж, ответ от команды КВН плохой и очень плохой. Сергей, повторяйте, пожалуйста. Как мне ее вернуть? Вот у тебя проблемы. У меня Патя сидит. Это уже не мои проблемы. Как мне ее вернуть? Да вернешь еще, не ломбад же заложил. Отвечала команда, моя спортаница спокойно. Ответ от команды люди напротив. Сергей, как мне ее вернуть? Можно еще раз, пожалуйста. Как мне ее вернуть? Эфир пройдет, сама позвони. Отлично. Я учил. Отвечала команда «Люди напротив». Есть ли еще ответы у команд? 5, 4, 3, 2, 1. Есть два ответа, как смотрите, надо сейчас считать. Отвечает команда КВН «Картина Репина». Как мне ее вернуть? Ну ты че, зачем тебе ее возвращать? Ну посмотри вокруг. Ответ пришел на КВН вообще. Ответ от команды КВН «Старый знакомый». Как мне ее вернуть? Ну ты номерок, давай я позвоню, поговорю, вернемся нормально, разрулим. Хорошо. И ответ от команды КВН «Кожа». Но после... Подожди, сначала вопрос. Кожа, как мне ее вернуть? Но после 8 марта отрезвей это придет. И ответ от команды КВН «Три кота на мясо». Как мне ее вернуть? Да, Новосибирск, большой город, еще новый. Это просто советский, да, просто тебе. Вот есть еще один, давайте последний ответ на этот вопрос. Как мне ее вернуть? По гарантии. Отлично, отлично, отлично. Но, Сережа, смотри, как просто. Все, это крайний ответ. Теперь это точно крайний ответ. Как мне ее вернуть? Забей. Спасибо, Сергей. А вопрос задает капитан. Пока тебе говорят вопрос, я потяну. Капитан команды КВН «Экскурсия по городу» Александр Шнайдер, друзья! Ура, друзья, здравствуйте всем. У меня очень серьезный вопрос. Да? Да, очень серьезный вопрос. Я собираюсь покупать автомобиль себе, ну, ездить, чтобы гонять по городу. И вот, мне нужен совет от вас, как от автолюбителей, какой мне приобрести автомобиль? А тебе какие нравятся машины? Спортивные, седаны, какие? Да на самом деле никакие мне не нравятся. Это нет. Просто вопрос, ты придумал, ничего не собираюсь покупать. Нет, почему собираюсь покупать? Правда. Ответ от команды КВН плохой, очень плохой. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Я тебе другое скажу. Батя сидит, а за рулем сестра была. Вот, пока оказывается город Купин и юмористическими талантами, друзья. И своеобразные родители. Есть ли еще ответы? Есть ответ от команды КВН в моем квартале. Все спокойно.
Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Зачем автомобиль? Лучше автобус, экскурсии водить по городу. Команда КВН «Кожа». Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Ходи пешком. Эгу. Эгу. Да-да-да-да-да-да. Как хорошо, что были шутки у вас, Александр, в эфире. Не было бы их, или бы песни Грузии. Ну что, есть еще какие-нибудь ответы? Есть ответ у команды КВН? Люди напротив. Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Нифига вам область бабок дают. Опрометчиво. Давай только не про батю в этот раз. Хорошо. А то слезы на глазах. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Девятка на лече, света, морской волны, девятую модель, лице, пацаны, по делу тоже проходил там. Трагедия какая смешная шутка получилась. Трагедия отца сделала игру. Спасибо, спасибо всем. Спасибо Александру, друзья, можно поаплодировать. Передаю микрофон. Вопрос задает Евгений Юрьевич. Давайте вы зададите вопрос. Можно какой-нибудь, который уже был даже. Почему у меня не шестой айфон? Почему у Евгений не шестой айфон? Такой вопрос. Начнем с того, что у него в принципе Симис лежит. Как странно, на сцене не услышали, а там подсказывают. Странно сегодня. Ответ от команды «Старый знакомый». Вопрос можно, пожалуйста, задать? Черт. Почему у меня не шестой айфон? Потому что у вас нет денег. Вопрос, пожалуйста, для команды «КВН Порталь», все спокойно. Почему у меня не шестой айфон? Его батя в курсе по-любому. Ответ от команды «КВН» против НГУ. Почему у меня не шестой айфон? Потому что вы работаете в муниципальном казенном учреждении. Вот так. Понимаете, я не продолжаю. И ответ от команды «КВН Кожа». Почему у меня не шестой айфон? Будут у нас шестерки, будет шестой айфон. Я напомню, команда из Федералического университета. Я разделяю. Есть еще ответы на столь простой вопрос? Есть, друзья, есть ответ. Почему же у меня не шестой айфон? А, это что? Все, ответов больше нет. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Давайте поаплодируем громче. Евгений Зайцев, у вас нет вопроса? Он попозже, да. Когда? После хопа? После двух хоп. Давайте вопрос задает директор открытой лиги КВН Сергей Ганки! Здравствуйте всем! Вот Сергей сказал про замечательный праздник 8 марта, а я хочу отметить, что у нас хоккейный клуб «Сибирь» прошел во второй раунд. Это будет! Есть очень много традиций, и они говорят так, что наши хоккеисты сказали, что если они выиграют континентальную хоккейную лигу Кубок Гагарина, они побреются на лысо. Вот что вы бы сделали, если выиграли Кубок открытой лиги Новосибирска? У меня вот есть ответ для одной команды. Батю выкупить. Отвечает команда КВН «Кожа». Что бы вы сделали для того, чтобы победить в открытой лиге Новосибирска? Ну, вы знаете, мы бы в Сочи поехали. Молодцы. И что, сам был Серега? Вроде бы сам придумал этот приз. Придумал. А может, я не понял вопрос. Чтобы вот команда хоккейная «Сибирь», она бы побрилась нагло, что бы вы сделали, если бы выиграли кубок открытой лиги КВН? Отвечает команда КВН «Люди напротив». Спасибо вам всем, что объяснили. Что вы бы сделали ради победы в открытой лиге Новосибирска? Если мы победим в открытой лиге, то все остальные побреются. Хорошо. Что вы сделаете, если победите в открытой лиге Новосибирска? Против сестры показания дам.
сегодня. А скажи, пожалуйста, ты переоделась? Вопрос сейчас же. Вот. Скажи, что бы ты сделала, если выиграешь. Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? А я бороду отпущу. Еще раз реализм. Еще одна девушка отвечает. ДКВН, Картина Репина. Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? Да я бы накидалась. Отвечает команда КВН «Старый знакомый». Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? Куплю шестой айфон. Себе. Евгению слово передаем, все довольны. Все, спасибо Сергею Галкину, друзья. Ну что ж, вопрос задает Евгений Зайцев, автор самых искрометных и интересных вопросов. Спасибо, но сегодня я не подготовился, и поэтому вопрос такой. Эх, ни разу за два сезона не подготовился. Вот какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Отличный вопрос из нас. Я замечу. Отвечает команда КВН «Люди напротив». Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Винегрет свежий? Осталось бы взрослый дядька, а символизируется все немедленно, понимаете? Отвечает команда КВН «Три кота на мясо». Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Не знаю, мы вообще с ним в разминку играем, мы копу готовимся. Вот. Ответ от команды КВН плохой и очень плохой. Я прям чувствую, прям жду, как он подвязан. Итак, какой вопрос мог бы задать взрослый дядька из жюри? О, а ты что, переоделась? Я считаю, что на такой позитивной ноте нужно закончить друзья сегодняшнюю разминку по вашей группе поистине. Команда КВН плохой и очень плохой. Для кого-то КВН это шанс показать себя. Для нас КВН это просто мечта. И мечты... Не-не-не, тормози. Ну какой звукач у нас плохой с Купина. Вот. Знаете, и вот Женя Ваган, выходи. Ты же всю жизнь хотел КВН, а работаешь осветителем в опера театре. Ты около Александра Васильевича стой, пока мы песню будем петь. Можешь даже танцевать. Вот. И у нас тоже есть мечта, мы сейчас про нее расскажем. К сожалению, это последняя игра на открытой лиге КВН, потому что мы уедем в свой город. Наш мэр, наш любимый мэр, Вечерков Александр Сергеевич, он, ну, давайте захлопаем. Немножко у нас захватит видео, потом мы проблемы закупим. Вот, и поэтому, это песня «Мечта», и мы хотим, чтобы вы думали, что сейчас финал открытой лиги, мы никогда сюда больше не вернемся. Сейчас закончится финал.
водички надо. А Новосибирск – это культурная столица Сибири. Если ты подойдешь вежливо к любому человеку и попросишь воды, то ты обязательно ее получишь. Здравствуйте, Александр Васильевич. А не соблаговолите ли вы мне угостить водицей вроде? Угу, спасибо. Ну что, что, что? Это значит, мы продолжаем! Вот Кубина, а вот Новосибирск.